Мы решили прогуляться на дневной пляж, чтобы я полежала прямо на горячем-горячем песке грудью. Нет, не understand. Last time this restaurant, when we sit, this wall was half, so I could speak with the neighbor. А, они сейчас перекрывают стену. Раньше этой стены не было, и он болтал с хозяином вот этой лавочки, когда мы ели чебуреки. Ну, удлиняют магазин, все нормально. Самозахват. Вчера не договорила. Очень много в Индии, когда проезжаешь и видишь как бы полуразрушенные деревни. Вот так вот первый слой разрушен. У меня есть вода, да, бери. Ага. А, первая линия как бы разрушена, потому что люди потихоньку-потихоньку захватывали землю, дороги. И в итоге дорога стала чуть поуже. Один захватил, а потом другие на него глядя тоже стали захватывать. И так целая деревня вот так взяла и метра так на два, на три выдвинулась к дороге. А потом выходит какой-то указ кота, главного кота, судьи, коут. Да, елки-палки, у меня уже дежавю. Вчера точно так же шла, и точно на этом же месте я его потеряла. Он все никак не успокоится, массажик, видать, хочет. Надо, пускай сделает, раз так его беспокоит. Меня, кстати, тоже беспокоит, так что, если там есть массажистки девочки, я тоже туда пойду. Да, кстати, меня тоже интересует, как дети-то учатся-то. Очень многие же проводят здесь по полгода. Мне сказали, здесь есть английская школа. Наши русские дети учатся по-английски. А дома, наверное, сдают просто экзамен по всем. У меня сестра 3 года была на домашнем обучении. И тоже потом просто экзамен сдавала, и все, в школе. Кит на пайса. Кит на пайса, говорит я ему. Он говорит, я же не турист. Это файданли, кит на пайса-то. Сколько монеток-то? Ну все, наши победили. Красные победили белых, да? Ой, господи, бедненький, господи, что у него со спиной? Бедный. О, poor dog. Пол спины нету там. Кто-то его так укусил, что у него там... Фух. Они как вчера сильно дрались на пляже. Наверное, ему кусок спины откусили. А я не знаю, дарлинг. Мы смотрим прекрасные места. Посмотри, какой цветочек, дарлинг. Look at this. Look at this flower. Как прям как зонтик. О, вообще. Пошли. Пошли, пошли. Чуток заблудились, вернее, чуток идем не тем путем привычным. Но это тоже хорошо. Идешь непривычным путем, рассматриваешь домики. Вот они, вот видите, вот тоже все под сдачу. Замочек, окна открытые, кто-то там живет. И только цена вопроса. Ой, господи, отойди. Бедный. Не, я не медик. Ой, страшно смотреть на эти раны. И ничего ведь не сделаешь. Ой. У меня мама медик, захотела меня в медицинский институт. Но я говорю, не, это будет несчастный врач. Лучше счастливая швея, чем несчастный врач. Ну нафиг. Который не любит свою работу. Не люблю я это. Страшно. А вот шить, моделировать, что-то придумывать. Здрасте. Мне очень нравилось. Я прям могла и днями, и ночами
что-то шить, переделывать. Всегда была такая модненькая по тем голодным, дефицитным временам. Всегда одевалась очень хорошо. Ну, что из любой тряпки? Остатки каких-то там старых свитеров, ритузов, еще что-то покромсаешь. Из таких кусочков, треугольнички, квадратики и кантик. И такие модные блузки, вернее, свитерочки делала. Здрасте. Вот. И меня это радовало. Работа это очень радовала. Мы опять вышли тем же путем, что заходили ночью. Мне уже ноги припекают. Не взяла крем антипригарный. Поэтому идем буквально 15 минут спинкой полежать кверху. 15 минут животом и назад. Надо найти очень горячий песок. Вот, вот этот я уже слышу горячий. О, горячо. Ой, точно горячо. Very hot sand, yes. Да. И правда очень горячий. Ага. Dry. Все хорошо. Да, правит. I need very hot sand for... Мне нужно вот это прогреть. Ага. Очень горячо, хорошо. Так, this is for you. For me don't need. Такая сиеста у всех. У птички, у собачки. Кушать даже не хочет. У нее есть еда, а она кушать не хочет. Ну все. Enjoy. See you. Наслаждайся. А я пошла в душ и сделаю грибной mushroom cream soup. Грибной крем-суп. Бедный Саши. Приходится ему мои грибы терпеть. Люблю я грибные супы. Ну, он тоже, по-моему, любит. А что тут? Тут же еще ничего не готово. Ну, сегодня и сансет. Вернее, сансет прекрасный, но океан. Я в то время, когда он так вот подходит близко сюда к берегу, я обычно дома. А когда прихожу на сансет, то обычно океан уже уходит. А сегодня не ушел. Сегодня вот он тут такой роскошный. Здорово. Иду к Саши. Он чуток пораньше всегда выходит. А я все монтирую. Пока смонтирую. Вроде бы что там монтировать-то? Наснимала чуток. Не, так много времени уходит. Странно, почему считают, что сезон еще не начался, почему еще не выстроили все домики. Народ уже толпы. Но самое главное, где все продавцы? Безобразие. Лентяи. Товарищи, продавцы гуанские, которые европейские, приезжайте. Смотрите, рынок ждет. Ну вот. Сегодня все-таки побольше. Может, даже из десяток наберется. Саши вон окружен красивыми людьми. О. Hello. Здрасте. Котята. А где котята? А,
Котята дома. Ой, куда нам котята? Yes? Ага, окей. Ну, вообще, супер. Такой ангельский звук. За чай. Классный, но это знаешь, ветрам, не так, что знаешь. Иди к нам, Сережа. Вот еще один любитель. Давай сюда. Это наши зрители. Юля. Юля. Сережа. Садись. Садись с нами. Стеснительный. И папа. Как-то так надо краше сесть. Панир. Когда Саши, watch, look at him. Когда сверху фотографируют, это хорошо, это не видно подбородка, так это краше мы получаемся. Я не люблю, когда не меня люблю снизу. Да? Я уже для памяти так. А. Ой, ну слава богу, сегодня такой рыночек раскинулся замечательный. Я прямо рада. Да, да, мы тоже. Ой, как хорошо с таким музыкантом сесть. Прям приятно. Такая музыка ангельская.